26 октября стартовали занятия в школе юного журналиста. Для подрастающего поколения сотрудники телерадиокомпании «Юргу ТВ» провели вводное занятие. Ребята узнали о работе студенческих СМИ и посетили музей истории средств массовой информации Челябинской области. Некоторые школьники после экскурсии решили связать свою жизнь с журналистикой. В будущем я хотела бы работать на радио, скорее всего, новостником. Мне это очень интересно, как создавать программы, вообще, что нужно взять за основу. Ребят с телерадиокомпании познакомил редактор Андрей Михайлюк. Он рассказал о том, как устроена телевизионная аппаратная, как готовится к эфиру теле- и радиопрограммы. После экскурсии у ребят была возможность получить квалифицированные ответы на интересующие их вопросы. Я провел вводное занятие для ребят, рассказал, что значит быть журналистом, какие особенности работы, что их ожидает на других занятиях. В чем заключается телевизионная программа, как создавать сюжеты. Естественно, все рассказал очень кратко, в общем, скажем так, в общем формате. Но впоследствии они знают еще больше и, думаю, станут журналистами.